Праздник радости всех христиан. Событие, ознаменовавшее новую эру в истории человечества. Появление на свет младенца Иисуса, Рождество Христово. В этот праздник традиционно люди вспоминают все самое лучшее. Украшают свои жилища гирляндами и музыкой. Сегодня в стенах Ливадийского дворца, как и 100 лет назад, звучат шедевры мировой классики. Это Рождество 2020 года мы встречаем вместе с камерным оркестром Крымской государственной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Денис Карлов. Какой ответ произнесет его наука? Увидит Иоланта свет, или суждено мне вечно мука знать дочь мою, объятой тьмой? Страдает ангел.
спасения. Я за нее готов принесть корону власти мои владения. Лиши меня всего такого счастья. Я все смиренно претерплю.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.